Здравствуйте. Здравствуйте. А где крайний? Крайний. Где он? Крайний. Где он? Все, все. Иди сюда. А чего вы тут спрятались возле машины? К памятнику, дать памятник. Почему? Да там уже охрана вышла, уже смотрит. Что, что такое? Что, что собрались собрание? Здесь? Нельзя? А? Нельзя? Они за памятник. Мы не спросили. Мы не интересовались. Кто был на этой экскурсии в довоенное время из вас? Это «Газпром» за «Газпромом»? Ну да, я же вижу. Я перед вами хочу не то, чтобы извиниться, а как это, посоветоваться. Да. Поскольку с Дией я уже не первый раз вот это вот военное время, про военное время вожу экскурсии. А не знаю, насколько они это дело отслеживают и понимают, но я как бы понял, что те же самые маршруты, истории же новые не появились, оно же как бы все осталось. Но интонация какая-то другая. Такое ощущение и про предыдущим вот этим экскурсиям, которые с вами я проводил, и про этому джазовому фестивалю. Вот когда рассказываешь, думаешь, что с не то вообще, вообще не то, как-то не то. Потом я пришел после этого домой, они же вели стрим и на YouTube выложили полностью 4 часа всего этого. Мне вроде все то так со стороны, знаешь, нормально. Потому что я ж всегда, ну, как бы, одни думают, что Максим это все, потому что много всяких баек, историй знает, он там все рассказывает, та-та-та-та-та. Но постоянно до войны люди писали, главное нет, главное чувство юмора, вы со Стёбом, с юмором, с Родием, все это дело рассказываете. А сейчас хрен его знает, вроде и нету никакого чувства у меня. Чувство, что не чувствую. Я у дочки спрашиваю, там, вот ты там видео смотришь с папой, ты вот как? Не, ну чуть-чуть папа осталось, ну меньше, конечно, чем было. Потому что раньше ты как-то умело придуривался, а теперь по глазам все видно, что ты так вот, там. Вот, поэтому я нормально. Я поэтому не знаю. Та же самая, те же самые истории, этот же самый маршрут за Газпром и за Газпроми. Ну как оно иначе рассказывается? Вот какая-то другая интонация. Мы вам сможем потом сказать, мы же услышим эту интонацию. Лучше в процессе. Хорошо. Лучше в процессе. Я думаю, это все борода. Убрать? Нет, другое, обновленный Максим. Да нет, была раньше борода. Ну хорошо, ладно. Не-не-не. Короче, я вас не буду вести, для тех троих, кто по этому маршруту уже ходил, я не буду вас вести по всему довоенному маршруту, вон там 3 с хвостиком часа, я не хочу, я хочу быстрее от вас отбавиться. Ну, на самом деле, у меня просто еще зуб. Как в прошлый раз. Главное, себе не изменять. Короче говоря, часа 2, может быть, с хвостиком, но все, что сочту нужным рассказать, расскажу, ничего не утаю. Вообще, он называется, официальное его название, мое официальное название этого маршрута — «Серый город, его красные дома». Почему серый город, почему красные дома, в принципе, там объясню. Но он, по сути дела, о Газпроме и за Газпромье, потому что вот этот вот район за Газпромом, он так называется, это такой город-город сложившийся. Вот сейчас вообще ни капли чувства юмора на лице нет, вообще не шучу. Раньше можно говорить, это особый такой район, который сложился, там такие бабушки, там такие дедушки, там такие девочки, там такие мальчики, и там такой ритм жизни другой, чем в остальном центральной части города, уж не говоря не центральном, за Газпромом. А сейчас совершенно серьезно. Дело в том, что некоторые коллеги знают, а некоторые не знают. В принципе, действительно, реально идет какое-то все время обсуждение с англичанами, с архитекторами, какое будущее Харькова после войны, реконструкция города, понимание, анализ ситуации, которая сложилась на момент 24 февраля, куда это все движется, и какое-то такое стратегическое планирование. И поскольку, в первую очередь, как бы должен этим заниматься сам милорд Норман Фостер, барон берега Темзы, реальный эр Англии и вообще величайший архитектор современности, то хочется к этому подходить не вот как бы, а куда мы что-то где-нибудь воткнем, и как мы именно отремонтируем его администрацию, а как-то так стратегически, глобально. Вот сейчас у вас правильные лица, абсолютно вот, серьезное дело, милорд разговаривает, конечно, серьезные вещи. А как бы поскольку одним из тех, кто ему репрезентует всю эту нашу историю и нашу ситуацию, то тут как бы какое чувство юмора? Он говорит, а что это у вас там такое за Газпром? О, я тебе сейчас расскажу. И все, никакого чувства юмора, и абсолютно серьезно. Потому что действительно
Заразилась. Короче, действительно, Харьков точно. Это город, который сложился, сформировался из не вот этих 9 административных районов. Шевченковский, Киевский и так далее. А существует, ну, мы их с коллегами насчитали порядка 60 метарайонов, то есть вот реальных, где мы живем. Шевченковский район, это где? За Газпроме, понятно. Алексеевка, понятно. Павлополе, понятно. Но Павлополе неоднородный, в нем есть Шатиловка. Понятно, что Шатиловка, это не Павлово поле. 100%. Как это объяснить англичанам? Вот этого. История всякая такая. Но это такой офигенный взгляд на самих себя, когда я же просто, поскольку с вами все время в этом варюсь, экскурсии вожу, это вроде как все. А тут собираются серьезные наши харьковские архитекторы, которые как бы должны знать про это все. И тут им открываешь глаза на очевидное. Ребята, за Газпромом. Где это? Ну за Газпромом, за Газпромом. А что это? И ты им описываешь, что это определенный город, в городе, который сложился со своей историей, своей ритмом жизни, со своей спецификой. И они говорят, да, действительно, у нас, оказывается, есть в Харькове, внутри города, отдельный город, который за Газпромом. И вот поэтому это маршрут об этом. Это было длинное, непонятное зачем вступление, ну окей. Я же всегда раньше, там, 5-7 минут разговора ни о чем, для того, чтобы кто надо еще подошел, а я, поскольку подошел последним, то этого и не нужно.